Смотрите сегодня в программе «Печорский калейдоскоп». Исторический квест в Печорском ЗАГСе. Сотрудники «Газпрома» при поддержке Союза женщин организовали увлекательную игру для будущих защитников Отечества. В Печоре прошел открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе. Участие в соревнованиях приняли 76 спортсменов из 4 городов республики. Песня остается с человеком. В Кожвинском доме культуры состоялся патриотический фестиваль-конкурс при участии творческих коллективов города и района. В спортивном комплексе «Строитель» в праздничные выходные развернулось сразу несколько соревнований. Своеобразные веселые старты проводили сотрудники различных предприятий города. Продолжается рейтинговое голосование в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района Печора». Сделать свой выбор можно до 28 февраля. Эти и другие новости смотрите сегодня в программе «Печорский калейдоскоп» в 19:00 на канале Ю. Повтор программы завтра в это же время на канале ТНТ.